Здравствуйте, передо мной Андрей Велькин, победитель Герхен Атлетикс, закрытие сезона на дистанции 1000 метров среди любителей. Но результат уже практически профессиональный. 2 минуты 42 и 67 сотых секунды. Это очень высокий результат для любителя. И вопрос к Андрею, во-первых, представить тренера, который подготовил такого ученика. И сколько лет вы тренируете? И из какого города? Тренер 2 года из города. А раньше занимались спортом? Занимался. Каким? Акробатикой. Акробатиком. То есть из акробатики вы пришли в легкую атлетику. И сразу такой результат показали? Да. Благодаря тренеру. Да. А какие еще дистанции бегаете? 800-400. А рекорд какой на 400 есть лично? 52.9. А на 800? 2.05. Во. На 800-2.05, а на 1000-2.42. Это, по-моему, такой... Ну, одинаково почти. Там 2.37 первый разряд, а там 2.01. То есть такой серьезный уровень, да? То есть вы все-таки любитель или вы хотите какой-то выполнить разряд? Хотите стать профи? Честно. Хотим выполнить. Хотим. Хотите стать профи? А сколько вам лет? 26. Ну, то есть, получается, 24 года можно пойти в легкую атлетику и стать профессионалом. Наверное, да. А? Что тренер скажет? Получается, можно. Ну, на самом деле, вы считаете, перспектива у него есть стать профи и выступать как бы на уровне профессиональном, и учитывая последние новости, то, что могут наших спортсменов допустить, то есть мы надеемся на улучшение ситуации, да? И что, он будет соперничать с нашими серьезными ребятами на уровне профессионалов или как? Это сложно. Там уже идет, если говорить о уровне выше КМС и мастера, там уже надо подключать медицину. То есть какой уровень, вот вы считаете, он сможет достичь в радиохотельке? На уровне КМС можно добегать, а дальше уже нужно подключать. То есть сейчас пока у вас задача КМС, да? А дальше уже нужны специалисты, которые разбираются, ну, то есть более с медициной, с медицинской точки зрения, нужны другие знания. Но в принципе, возможно, в таком возрасте вот достигать такие результаты. То есть получается, ну, знаете, обычно в таком возрасте достигают результаты, но в таких видах, как ультрамарафон, да, в марафоне, там на самом деле любители становятся профессионалами. 40-50 лет бывает, да? А здесь, в таком возрасте, как будто взрослым, да, видите, заниматься такие результаты. Это что? Это получается все возможно, скажем так. Но, а вы сами-то хотите стать профессионалом, честно? Хочу. Хотите доказать невозможное? Да. Хорошо, будем за вами тогда следить. Спасибо. Удачи вам, новых достижений. Ну и будем смотреть, туда поедете на Герхион? Да. Вот эти соревнования нужны, они вот эти? Да. Вот именно они позволяют себя, по-моему, выразить вот именно любителям, которые, в принципе, хотят стать профессионалами, да? Вот эти соревнования поэтому нужны. Ну, это очень хорошее соревнование. Это уровень, так, европейский, то есть очень здорово организованный, интересный и позволяет многое сделать. Ты будешь сдавать, да? То есть понравилось, да, здесь? Да. То есть еще раз сюда поедете? Да, конечно. Вот, надо вам пожелать успехов, спасибо, новых достижений, новых рекордов. Спасибо. И следовать своей мечте, верить в себя. Спасибо. Так, Андрей Пендин и тренер.